Суворовцы, браво, зрители стадиона! Спасибо за яркое выступление! Ура! Москва – место притяжения и силы. Москва – безмерна. И выражается древняя история государства российского, и воплощаются самые дерзкие публицистические идеи. Мы не перестаем изумляться ее могучей трансформации и обновлению. Во время фестиваля участники играют в парках по всей Москве. Специальные программы, оркестры, подготовленные выступления на вокзалах столицы. Ярким событием стало шествие по центральной аллее Бондаренко. Вместе с восхищением гостей столицы радушно приветствовали встроенный марш-парад Спасской башни. Наступает культационность наших жителей. На Красной площади, в котором сердце Москвы, вот на тех, кто живет, представляет Спасская башня 2019. И пусть нас играющих и слушающих, танцующих и смотрящих, всегда объединяет музыка. Оркестром дирижирует главный военный дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Тимофей Маякин. Thank you.
Chinikovsky. Para presentar la obertura, 1812 год. Thank you.
Thank you.